Один из пострадавших зданий, будинок Машевського. Вот, пожалуйста, повылетали окна. За этим будинком там садик тоже поврежден. Мы с вами потихонечку подходим уже к дому ученых, который тоже был поврежден в результате сегодняшней ночной атаки Российской Федерации на Одессу. Вот здесь тоже ограждено все лентами. Тоже, я так понимаю, есть некие повреждения. Да, вон повылетали окна на этажах. Смотрите, там уже некоторые окна зашили USB плитами. Стекла до сих пор еще не поубирали. Нет желающих. Кстати, там и там даже он, женщина выбирает стекла в здании напротив. Посмотрите, он вывеска. Клуб. Тоже все посрывало, все буковки. Ну вот мы плавно приближаемся к дому ученых. Смотрите, повылетали окна. Здесь машины ездят. В принципе, тут мы нарушаем. Смотрите, что происходит. Ну, благо, само здание цело. Одеський будинок вчених. Вот он. Здесь людей море. Здесь тоже повылетали все окна. В этом здании тоже он все позашивали пленкой. Оперативно все делается. Пленка, доски. Красивейшее здание, просто нету ни одного окна. Хорошо хоть целое, ну только лишь окна повылетали. Ну, вроде бы как визуально целое, там конечно же будут оценивать. О, и там он повылетали окна, тоже посмотрите, все позашивали пленкой. А в жилом доме в принципе все в порядке. Как много людей, просто сегодня тысячи людей обходят места прилетов, смотрят на происходящее, на последствия российского террора. Посмотрите, сколько зевак собралось. Вот нам освободили место. Сюда попала ракета «Оникс». По заявлениям некоторых лиц.
Тут ресторанчик был до прилета. Дом ученых, посмотрите, нету ни одного окна. А вот сюда был прилет.